Что, пошли все, пописали, покакали, 2 часа со стула не вставайте. Проходим, короче, ЦЛК и свободны все. Да уж, надеюсь. Ну, блядь, у меня завтра лафа, блядь, поездов не будет, нахуй, вообще заебись. Да и сегодня вообще один поезд был, нахуй. Кем работаешь? Охранником. Я учился просто на железнодорожной. В городе, где нет железной дороги. Ну, что тебе платят охранникам? Секрет фирмы. Вот так вот, да, блядь? Стратегический объект? Ну да. Тогда нормально должно. Оборонный. А, РАФ, короче. Ну да, тогда темка нахуй. Это получается призвание? Нет. Нет, так обычно гражданский? Да. Ну там как бы эти есть, как они называются, но это не относится к званиям. Вот эти все разряды, блядь, вот эта вся хуйня. Пистолет, блядь. Стрельба, это вся хуйня, блядь. По мелочи. Да ты важный. Вот, ну и охранник. Перец такой, ну. Да какой важный, блядь, хуйня. Бывают и поважнее объекты. О, 2 ханта есть. На РНЖ будете стоять. Лужи водить. Ну да. Так, короче. Ставлю рыбу. Короче, смотрите, это. Я, короче, буду МТ. Это 2 ханта на войда на пулю, и двойной на пул делаете. Масхон, хулидрин, просто постойте. Только не таунтите ничего. И масхон ЛПшки не тыкай, не набирай агро. Все, это самое. А где этот тон шаман, вот этот Брумдиксин? Я его первый раз вижу, что у него там по ИП. А вот у него 3000 есть. Может ему стартовая въебать? Мне не давали стартовый. Стартовый это неделю ты отходишь, он и Авила не дал. Понял, принял. Рили давно не видел. А Хант, ты с этого КД, по-моему, появился? Да, я со вчерашнего дня. Ага, ну тогда эту неделю еще отходишь, на следующий получишь. Базар зир. А Рейс Фейс, по-моему, прошлый КД был, на тебе тоже. Так. Все, проверка. Холидринг и Мордаунт. Мордаунт тут? Ай, блядь. Вот где он, блядь? Полироль, нахуй, 29 тысяч стоит. Красный. Все, Мордаунт тут. Да, готовимся. Да. Дает счет. 5, 4, 3, 2, 1. Сразу глянем. Угу. Хуярим. Слушай, выходите. Бичи. Надо куда-то вытащить, нахуй. Сейчас, блядь, разберемся. На ханте слева шип. Так, напомню, на всякий случай. Здесь во время вихря нету этих самого сложного, шипов нету. В гере есть шипы, вот этим гера отличается. Вот. Самая важная тактика на этом боссе, это первое, бить шипы. И второе, это выходить с луж. С пула султан не вышел. Вот, пожалуйста. Да, вышел, в том-то и дело, ладно, похуй. Может, лагал, не знаю. Но он мне в вне хитбокса 2 раза уебал. И у меня даже, ну, экрана синего не было. Короче, ну, смотрите, маги, там у вас есть блинк. Если что, выходите с луж сразу, блинкуйтесь.
Если она через рейд пошла. Там весь рейд мог сдохнуть, еще секунду бы постояли. Это, ну вот сейчас вот ЭВС, Тролл Д получили дамага дохуя. Два или три тика их еще прохиливали. Вот лужа, если через рейд идет, сразу выходите. Это должно быть, ну... Ну, потому что если вы упадете, кто за вас будет дамажить? БР у нас 3 всего, СС 2. Вот, в принципе, понял, да, этот масхон. Вот смотри, в особенность, что ты когда МТшишь ребро, ты, значит, вот он чаржится лево-право, значит, с одной точки в другую. Ты стоишь, смотришь, он делает 4 рывка, вот ты считаешь, вот это второй, сейчас будет третий, вот третий, и сейчас будет последний, четвертый. Твоя позиция, вот смотри, как я занимаю позицию, вот ты смотришь. Вот он последний рывок сделал, ты занимаешь такую позицию. Чтобы ребро шло на тебя и оказалось в центре комнаты. Вот ты смотришь такое, оно будет идти к тебе, это все время оно тебя не бьет. Ты его ставишь в центр. Вот челики стоят уже за спиной. Им удобно, время посмотреть, как, куда босс идет, где спина у него будет. И все, стал дальше танешь. Вот это твоя тактика. На это. Так обтешить ребро. Хан слева на шипе. Сейчас пойдете вдвоем там на этот на трэш. Я пока вот раскидаю, потом подбегу. В общем, что, я хочу 4 дня в 3 превратить, вот так же 8 рейдов, чтобы мы выиграли день на какое-то РТ дополнительное. Либо ту же РС-ку, либо ИВК, либо Ульду, ну вот что-то такое, чтобы это побольше. Эдуард, да? Не да. Пойду я на трэш. Сейчас побуду здесь, да. Один масхон, там два помощника, которые впереди стоят, только по одному их агри. Так, Буребай, кольцо лабиринт, это что, блядь? Метка скрит СПД, Буребай, тебе это не надо, хуйня. Слышишь, дай этого. Ой, распределение это я заберу, делает, да пойду дай ему, трэш. Дай ему. Да сейчас он придет. Это. Сейчас, подожди, я раскидаю две. Насколько он помощника от рейда. Он потанчит один помощника, ничего страшного. Кольцо с ловкостью. Меткость, скорость. Никому не надо. А вот на стринге 10. Сапоги. Сейчас последняя шмотка осталась. Сапоги кожаные. Быстрее тыкаем, кому надо. Ты чё, зачем? Это что за ё? Если много спулил, давай войско. Да не, там танк даже не сага. Кто-то начал помощника бить. Чуть рейд не упал. Так, даю. Ладно, это всё под контролем. Машина теряется. Даю тебе распределяю, ещё забирай. Угу. Так, группа У ненадолго. Нихуя там Вадикон крутит, трицарик. Так, я пойду пока следующую пачку. Помощника осторожно, ага. Он на РДДшнике сзади помощник, ебаните. Еще один помощник слева. Магию вот эту диспеньте, пожалуйста, синюю рожу вот эту.
вот, ага. А ты с ней бегаешь долго. Сводим трэш, чтобы уешить было. Трейс, трейдер. Перехватишь мне черепок? Так. Позиция. Так, я в звезде. Хулидрин кружок. Насхон ромбик. Ой, блять. Масхон, смотри, твоя позиция. Твой трэш моб ближний к лестнице, вот отсюда. Здесь приверженец выходит. И с лестницы непосредственно гриппаешь моба. Гриппаешь, если там приверженец, он это самое. Ну, чтобы он не кастовал. Помнишь, я тебе объяснял, да? Или это не ты был? Это не он был. Это на связи mm-hmm. был, да? Смотри, вот здесь моб выходит. Если фанатик просто ЛПшками хуярит, таунт ЛПшки, ты стоишь вот здесь. Сначала вот в этого дал ЛПшку, потом этот вышел фанатик, смотришь. Если не фанатик, если приверженец, то даешь этот самый притяжку, и он начинает, если кастовать, то подходишь к нему вплотную, сбиваешь каст заморозкой мозгов, и уже тогда отводишь сюда. Твоя задача как можно лучше сблизить мобов между собой, чтобы по ним проще было миликом и РТД уешить. Вот. Я слева танчу, да? Слева я танчу. Вы с ним танчите справа. Вот ты в кружке, он в ромбике. Хорошо. Первая, третья слева, вторая, четвертая справа. На боссе кто? На боссе, ну, Масхон пускай первый. Ну, ты или Масхон пускай заберет. Так вообще двое, кто на боссе? Да без разницы, там таунтится босс, там похую. Ну, тут не Гера. Таунтится, кто хочет, тот и заберет. Песа, Мардаунд. Вы тут? Песа и Мардаунда нету. Ай, блядь, заебись, конечно. Да, Вакин, в кого хочешь, похуй. Тут таунтится босс. До пизды вообще. Дает счет. 5, 4, 3, 2, 1. Успел, да? Угу. Угу. Ресую Песа. Ностальгия Ворлда ресой. Вадикон Эйю. Убав по ним обновляем. Это что, он в контроле сейчас был и сдох, нахуй, маг, вот этот Ворл? Убили его, нахуй. Да, захуяры. Был в контроле, его убили, там, да? Там буря. Что там, буря? Буря влетела. Ну, от плодина. А как так-то, нахуй? Там буря сложила троих, вроде. Так это первый раз. Он еще раз, что ли? Да. Там вроде три человека отъехало. Да нет, там просто запиздили человека и все. Потом посмотришь, кто его пиздил. Трэш 5 секунд.
Ну, в контроле был маг, его убил Авелания. Как убил, нахуй? Авелания, как ты его убил? Ну, Авелания не снимается пуха. Да, на контроле. Ну и прилетела буря. Да так нет, буря бывает автоматическая, бывает та, которую нажимать надо, блядь. Гиприте босса. Скорее всего, был под крыльями и прокнула буря, да и все. Ну, вроде так и было, да. Давайте, давайте, хлопаем, хлопаем духов. Вон Рейсфейс, Святос. Че, это обычка в обычке можно? Не, нельзя, блядь. Я думаю, даже ГП начать за это давать. Эстер, дайте еще шоком сразу. Если в обычке будете расслабляться, в Гере вообще пизда будет. Будете по 6 часов сидеть на одной леди, блядь. Когда второй рейд сделаем. Spirits. Лучше сразу учиться. Spirits. Чё, заберите там кто-то. Чё, самый красивый или чё? Чё он второй раз за мной бегает? Самый толстый. Spirits. А, не, Мишка самый толстый. Вот отведите от него, на нем вихрь я дал. Отведите, сука, его зауешат. Spirits. Вихрь — это критически важная хуйня на этом боссе. Сейчас это самое, босс умрет, наверх портанетесь, там будет трэш с флажками. Вот этот трэш залейте, пока дракона не пульте, чтобы я телепортнуться к вам мог. Spirits. Spirits. Еще каждый человек духа повзрывал, нет? Так, тапки латные на Милика. И осколок. И осколок. Так, распыл. Что это, блядь, плечи какие-то обоссаны? Тыкайте быстрее, там, сука, 15 секунд стоит, блядь, никто не выбирает, нихуя, распыл. Шапка на танка. Офсет неплохой, с меткостью. Раньше носил, сейчас этот есть. С ТТГ. Так, сейчас дам осколок. Забирай. Сколько у тебя там уже, 45? Забрал? Скоро и уходит. Отходи. Благодарю вас. Пока вы не прибыли, силы были неравны. Капитан Мурадин ждет вас на борту Усмирителя Небес. Все, забрал. Будем сдерживать Орду, пока вы не подготовитесь к взлету. Пехота Усмирителя, занять позицию. Это дерьмо кикает. Ну, кстати говоря, в нанесенном уроне я у Авелани видел печать повиновения. Получается, он мага разъебал, да? Ну да. Ну, я просто уже удалил. Я вот точно хуй знает. Там мага пиздили секунды 4-5. Ну, я тебе так скажу, печать повиновения, она и без оружия бьет. Когда с кулака бьешь. Так он в контроле был или кто, блядь? Он в контроле был или маг в контроле был? Убили мага. Кто был из них в контроле? Вот это раздуплить не могу.
Маг был в контроле, его пиздили убили. Секунд 5. Вот. Это значит, 5 его ебашили. Это значит, кто это его. Это значит, кто его пиздил, это пидоры. Хуесос. Ну, я в то время стоял, пиздил трэш. Ну, я понимаю. Может, он просто под ним стоял? Ну, может быть, может быть. Где там? А, вы все тут уже? Проверка. Масхон, туда, значит, летаешь. Холидринг тут. Ты танчил Масхон уже? По-моему, тут, да? Ну, да, здесь легко. Че, запускаем. Ой, бля. Ладно, похуй. Тут самое главное это... Самое главное 5 хилов танка прохиливайте хорошенько Масхона. Масхон вроде он танчить будет, да? Да, да. Бафните пушки. Кулак, каску. Давай в Адикон соревнуемся. А чё за хуйня, Масхон, ты где? Муратино убрал. Сука, чё за хуйня? Он же нас разъебёт. Я не знаю, мне почему-то секунду две на панели нажимало совсем ничего. Ты смотри там. Если чё, бей кулаком по клаве. Ебать за всю хуйню. Лицом по клавиатуре. Это уже не первый какой-то баг. Походу прилет дивана ожидается. Да не, диван не актуальная хуйня. Там, я не знаю, реально какая-то хуйня сверхъестественная была, блядь. Что-то нажал такое, что сам не ожидал, наверное. Не нажимал я. Вообще говорят, что багованная тема. Не доживал, блядь. Стоит он мне на кнопке ни на какой. Я сегодня ГМ обычку на ТНГ ходил. Мы с третьего трая только убили этого. С кубами чупа-чупса. Кубы просто нажимаются. КД встает. А, то есть, ну, касс не сбивается. Там по два человека на куб по итогу вставало. Может, что-то пофиксили, интересно. У меня, когда в среду бил 6 раев Мактеридона, и мы не убили. Просто распустили пати. Получается, надо гильдейский рейд. О, а чё у вас одна пушка-то, блядь, не бьет? Чё вы молчите? Какая не бьет? Алло, блядь, вот. Вторая по счету была. 4 человека вроде возле пушек стояло. Чё, нормально. Что случилось? Может, тебе показалось? Почему? Святость тебя арестовали, что ли? Он перезаходил, он, вон видно. Понятно. Зашел. Просто я помню, что он там сидел. Thank you.
Хотя у нас в Адикон тактика, да? Лунный огонь, лунный огонь. Рукает с первого гнева. Это он все фул простоял, да? Сколько там? 58. Да. Смотрите там, сейвы отдавайте. Сейчас уже все, в принципе. Можете улетать. Сейчас добьют пушки. Я улетел. Ну, Вадикон меня обогнал. А, я же без фласки был, блядь. Ставлю на двое счет алторов. Че тебе, мистери? Че дать, я пропустил. Только сейчас увидел, что дашь, хуй знает что. Да это, посох. Наследие вот этот, квест. О, поешь. Хорошо, да. Так. Так, ну это санина с критом, блять, на распылнах. Это бояшка, если чё. Так, хилы, у кого ДД есть? Можно меня в ШП на мордаун скинуть? Так, давай на мордаун на ШП, остальные 4 хилите. Я ж тоже спекнулся, тут чё нахера спек. Кто? Ну давай, это... Рейс фейс спекайся, посмотрим, чё у тебя за ДД спек. 3 хила тогда. Вот рыба. Так ничего, ёбки, блять. Есть алка фласочка у кого-нибудь, пожалуйста. Тебе на что? На силу атаки, братец. Бля, ну тогда тут нет. Все, Святос присумонился, запускаем. Масхон не отъехал? Кто не отъехал? Масхон, что-то на одном месте бежит. Вон он бегает нормально. Не знаю, у меня он прям... У меня тоже на одном месте. О, дайте столик магии, я забыл, блядь. Наберу штрудилей. Кыш-кыш. О, сзади он накинул. Только ты книги. Угу. Пэсса дрол Д. Так, посмотрим, что у нас будет по ДПС. Угу. 3 хила, да, всего лишь. О, у тебя эдх, блядь, нихуя себе. Мордаун сколько дашь? 20 дашь? Я не знаю, сейчас проверим. Должен давать 20 в твоем шмоте. Ну хотя бы 18. Сейчас я демона, блядь. Мне тут переделали его нахуй. Посмотрим, сколько да. Через сколько он запустится? 13 секунд. 12-13, у меня вообще херню пишет. Вот скоро будет, готовьтесь. 5 секунд. 3. Гироскоп будет, да? Да. 1. Ой, зачем ты в миле стоишь? Можно поинтересоваться? Быстрее, чтобы гнев долетал. Понял тебя. Гениально. Это у вас у сов проблемы, да? У Синтека там тоже. Он тоже всегда в миле стоит на своей. Да, я ебал там нахуй раньше искать, блядь. Неохота просто. А можешь к двери встать вон к задней? Я стоял иногда там трэш. Это от звездопада идет на меня, блядь. И танки говорят, ой, чё за хуйня, блядь. Я видел там какой-то шипешник стоял, я куковал. Да нормально там стоять, ну, за спиной. Что-то поменяли с трэшем, что ли? Чё вот он сдох?
373 нахуй. ДПС для гнера, блядь. Сколько, сколько? Ну сейчас 375. То есть тем более экзекутка. Мне показывает 81. DLC. Немножко отличается. Но всегда будет отличаться у всех. Какие-то ДПС? 17500. Сейчас линканул. И ты ебаная сука. Ну ты не забывай, на скиллов-то сколько? Ну да. Так, ну вот допустим, что вот Рейсфейс Энхам 12 дал. И кто еще и Мордаун 15. Это вот. 20. А, стоит не то. Ну 30 тысяч вычитаем, 340 ДПС вообще-то хуище, прям жестко. Что-то ты вообще, да, что-то не то линканул, да. 390 мне показывает вообще. 300. У меня 3 и 5 семерок показывают. Вот, вот то. 19 почти. Так, демоним. Защитник надо кому-то, нет? Ну что, лучше демон стал или нет? Ну смотри, хорошо, 18 тысяч, это же вообще заебись для демона. Да лучше? Демон это вообще нормально. У меня лучше стал демон, да ладно. Опнулся. Хорош. Так, Буребай и Вест нажимают вам. Кому быстрее токен надо? Идите там трэш бейте, блять. Открыли вы портал, бейте это жирного. Тогда и Весту закинул. По факту у меня прирост нахуй 4500. А с демонами что-то сделали или ты сам просто дрочил? Я сам не мог, как мне сейчас поправил челик. Лок. А, то есть, молодец, заебись. Не зря ты нас голды отдал на эти, на гемы. Квест на чем-то. Разбить. А кто помог? Кого ты спрашивал? Еще раз. Кого ты спрашивал? А вот лог с нами был. Фир идиот или как там, блядь? Фир три дотки. Фир три дотки, во. Фир идиота, блядь. Ну, как ты мой ник читаешь, так и я прочитал. Ебать. Ну, ты ж меня постоянно некромантика, хоть по факту некромантка. А, ну так, блядь. Такая хуйня бывает у РЛов, блядь. Ну. Постоянно, блядь. Столько ников читать приходится. Если еще и одни и те же игроки меняют ники, да? Блин, некромантика прикольно звучит. Я уже реально подумал, вы можете сделать потом еще одного, блядь, некромантика. Некоторые челики из-за меня, блядь, ники меняли, блядь. Там пиздец, нахуй. Ну хуёво как-то звучит, там ебать челики ники меняют просто. О, давай Вальку ебанём нахуй. А пока далеко она. Здесь пальте. Паладины. Заберите пуджа. Ну чё жирного ПС танчит? Алло, танки, вас двое там или сколько нахуй? Приём. Пиздец, ну вы заберете толстого или что там, ну? Его приморозили. А, так подойдите к нему, встаньте в него и добирайте рядом с ним агро. Рейд отойдет. Это Сирус, шаман. Вальку сагрил. Ой, я сдох. Опа, а чё не избили каз, блядь? А, нихуя вы, блядь. А, спасибо, ребят. Нубы, сука. Я бегу, короче. Остальные покидаем тело и бежим. Хули лежать. Комбат. Покидаем тело, блять, и бежим. Там челики сражаются за жизнь. Станчик хоть бы кто-нибудь дал, что ли. Ну все, бейте нахуй. Вот кто там есть, там и бейте. У нас бой. Как убьете Вальку, скажете. Сколько у вас там человек? Человек 10 есть хотя бы?
5, наверное, от силы. Кто там, Шалфир, есть? Покидаешь эти оковы, чтобы она не кастовала этих пидоров, не призывала? Ну кто зашел, молодец. У нас бой пока показывает. Сколько там у нее хп вообще набьется у вас? 45-40. Бить. Каз, блять, вот эти мобам, которые стоят два вурдалака больших. Им надо сбивать, когда они при смерти, они взрыв кастуют. Че, блять? Ну, нельзя было сбить. Ни гнева небес, нихуя не было. Заходите. Все, пошли, телепортируйтесь. За того, что, ну, ладно, блядь, хули ему объяснять, блядь, сами видите, вместо того, чтобы проходить, уже босса били. Ну и что, что вы стоите, поехали. Челики уже бегут. Мы челили внизу стояли. Я вот иногда задаюсь вопросом, зачем сложность в играх? Ну, типа, бывает же по-разному. Вот если взять Вовку, да, вот типа обычка и хэм. Помимо того, что в хэме хп увеличится, то что дольше бьешь, и там еще и механики добавляются. Вот это как-то еще более-менее приемлемо. Вот, а если взять... Хотя там тоже механики добавляются, вот тот же God of War, да? Там и не только механики. Там и накручивается вот эта хуйня. Ну, механика, я имею в виду, что... Как хуйни размышляешь? Нет, поговорили нахуй. О чем размышлять? О том, как 3... О том, как 8 рейдов за 3 дня вместить. О. Ну, так я уже наразмышлял, блядь. Да не, вот, реально шутка. Ну, в плане того, что, знаешь, такой, так, а вот чем отличается? Подождите. Так, и там уже повышается. Блядь, и там повышается. Так, ну, вероятнее всего, отличается. Не, раздуплиться хочу. Просто я, видишь, задался вопросом, что нахуя сложность? Ну, типа, если за нее ты награды никакой не получаешь. То есть, что God of War ты в легкой проходишь, ну, типа, ачивки лутанешь, ну, если на PlayStation играешь. Что в сложной пройдешь, ты те же ачивки лутанешь. Только в сложной у тебя очко сгорит, блядь. Ну, просто в космос улетишь, блядь, на ракете, нахуй. Вот, а в легкой, ну, похую, типа... Я вот это, типа, прикинь, на легкой сложности с Валькирией бился с какой-то там. Она мне, ну, фул хп снесла почти, я там, блядь, и камень, по-моему, заюзал, блядь. И думаю такой, блядь. Можно лес. А что же, блядь? Ну, NFS Underground играл первую. Нет. Ну, я вот, играл. Вот там, блядь, уровень сложности, он реально прям уровень сложности, пизда вообще. И это был 2004 или 2003 год даже, честно, уже не помню. Тогда вот, блядь, нормальные игры. Кто прошел, блядь, на максималке, это был, блядь, герой на районе, нахуй. Такая ачивка была, да я, блядь, NFS-ку underground, блядь, на по максималке прошел, да ну нахуй. Встречайте героя тогда, ебать. Там просто пизда, нахуй. Вот он, герой тогда. Там просто человек, который заходил в компьютерный клуб, типа, вот он, вон он прошел, да ну нахуй. Там, ну иди тебе, давай тебе оплатим время, пройди там туда-сюда, бах, он сади там, ну там пизда. Я даже тачки могу просто сказать, на каких, с каким временем прошел. Ебать.
Компотная тема, ёпта. Это же зла, блядь. 2000-х. В натуре. Да, в этих клубах сидели, блядь. В контру играли, нахуй. Побойся бога, вспомнить, как Диабло, нахуй, дрочили. Диабло это вообще пиздец. Бля, Диабло вообще тема, пизда, вторая-то. Ну сейчас, на мой взгляд, конечно, я те года тоже прошел, но на мой взгляд, сейчас игры, ну, совсем другого уровня делают. Да взять того же, вот, Ведьмака с God of War, ну это пиздец уровень, блядь. Ну, хочется только в такие игры играть. Диабло как-то, ну не знаю, я вот играл, а потом, ну, столько лет прошло, как-то понимаешь, что это хуйня. Ну, сидишь мышкой, тыкаешь, как бич. А еще вот этот раз. Это что хуйня, ну блядь. Сука. Это какая рандом хуйня, она легендарная хуйня просто. Прикинь, ну, да, как вот эти игры повлияли на всю индустрию. То есть, блядь, Диабло первая вообще, ебать, пошаговая была, прикинь. Ну, то есть, планировалось. Первая Диабло, блядь, просто пошаговой игрой. Хорошо, что не сделали, блядь. Там в последний момент код переписали. Да, в принципе, там и так, там бегать ниже не было. Там просто, прикинь, персонаж идет. Не бегает, а идет, но... Ну, да, было нахуй такое. Ну, блядь... Half-Life 1, чё, ну хуйня, блядь, сейчас только поиграешь, ну хуйня, хуйню, ну ебанёшься, когда в 96-м году вышло, что она сделала, блядь. Вторая появилась, нифига себе. Вторая, вон, до сих пор, блядь, движок, нахуй, блядь, это ресурсы, блядь, в КС-ке используются. Зачастую вижу, что пацаны реально ебашат Half-Life, блядь. Мордаунд. Смотрите, в три точки надо споры заносить. Хотя давайте сбежимся, хули. Давайте сбежимся. У нас сейф только надо будет отдать. Да ё, чё. Массейф. Масхон отдашь. Незыбку. Сготовимся. Газа же не будет, да, перед спорами? Или будет? А нет, не должно быть. Под босса сбегайтесь на это. Слышите в DC там? Кто там на рейнже стоит? Сбегайтесь сюда со спорами. Под босса сбегайтесь, кто там стоит? Хан, тоже к нам подойди. Да-да, я просто по таймингу зашел. Так, что там? Давай незыбку. Давай незыбку. Шектор тоже прожми. Шелфир на хп ебани. Все, в рейндж разбегаемся. В рейндж разбегаемся. Все, и так дальше стоим, хуярим. Один стак, колутанули все. А, один? Ебать, почему? Ясно. Ну, что-то пофиксили, значит. Значит, споры сейчас разносим. Одна под боссом и две в это... В разные стороны. Одна слева сзади, другая справа сзади, одна под боссом. Вот споры разносим. Вот одна здесь. Под боссом есть там? Есть. Немножко отойди, вторая. А, вот нормально. Все. Все, словим с баф, и все, и дальше в рейндж расходимся. Ну и нормально, что так сделали, нехуй, блядь, обузить, нахуй. Как бичи, блядь. Все стаки сразу словили и такие стоят дамажат, блядь. Нехуй сложность понижать, да? Я вот думаю, хватит ли мне интереса играть после того, как первый раз пройду на фул этот Рагнарёк. Ой, блядь, God of War. Споры сносим. Под боссом есть? Есть. Типа побольше сложности поставить? Да, типа, ну, на ступеньку повыше поставить. Я просто хочу понять, какое там отличие. Не, игра красивая. Игра вообще, ну, бомба, нахуй. Красивая. Сюжет, пиздец. Я вот я второй раз слушаю, первый раз, ну, так же все проходил. Но я там чит подрубил, ну, типа, на боги войны, хули. Чтобы не бить мобов по 10 лет, я врубил там урон x100, там, защита x100, блядь. Ну, блядь, МП Султан, как дела? ВП Султан, ты тут? Султан! Да, тут. Ну в чем проблема? Я походу вылетел. Ебан, в рекаунте, видимо. Не знаю, надо его сносить. А чё ты, ну чё с рекаунтом? Ты сдох-то чё? Ну, зубу не нажал. А, нет, не вылетел. Бывает, типа, залагивает на пузырьках. И просто, блядь. Ты споры лови лучше в следующий раз, и все, и не еби мозг. Да не надо их ловить на мать, нахуй их ловить, блядь. Просто не надо... Багануло, ну чё ты.
А Resident Evil там отыграл четвертый на хай сложности? На последний не шпилил, а так, да. Там просто, блядь, патроны ебаные считаешь, сколько у тебя их там. Просто если да. Голову не будешь никого убивать, тебе просто, блядь, они кончаются. Потнилово, ебучее, просто потнилово. Ну, в этой серии там и заключается сложность, что, типа, если ты играешь на легкой, там, патронов у тебя хоть жопой жуй. Если ты, типа, повышаешь сложность, то у тебя вообще там в конце на максимальной сложности у тебя, блядь, патронов даже, нахуй, в голову стрелять не хватает, нахуй. Бегаешь, прыгаешь, там пизда. Мы еще вдвоем играли на Xbox 360, там, с типом, просто там, ну, под хули. Там даже где-то, помню, в одном месте, нахуй, я никого не стрелял, просто бежал. Есть такие места. Ну, потом, самое главное, до меча дойти, ну, для, бля, ближнего боя, так скажем. Ну, да. До всякой хуйни. Игры со фар, вот эта игра, которая там тоже перестрелка. Там пиздец, нахуй, с ВП хуяришь чуваку в голову, у него только, блядь, шлем падает. Ну, заебись. То есть два патрона на голову. Короче, блядь. Gears of War, или как она там называется? Кровь не надо никому. А ты себе на посох взял? Да, да, еще в гире. Fast curve, very fast curve. Асфальт на боссе или водишь? Мне без разницы, как хочешь. О, здесь слезни. Так, ну ПС подойдет, даю отчет. Похилить его, все уже. А что за хуйня? Как мы поменялись с тобой местами, Вадикон? Что-то, блядь, распрокалось или что за хуйня? Ну, блин. Вот гнев сейчас не критует. По 6 тысяч летит, как тварь. И не прокает затмение, блядь. Пиздец, пидерсиана. Так что вы говорите, посохи взяли? Ну, в смысле, эти кристаллы? Я, да. Большого забрали? Уже не надо. Уже не надо, да.
Видите, кстати, ДПС Сурка в это в канал ДПС на босса. Отличные новости. Он оставил море слизи, хоть плыви по ней в круг. Поможет. Это, блядь, нагнило. Ну, сука, демон. Вырубаю или ностальгии давать шею на 10%? Танковская там получается. Угу. Ну, ностальгия, да. Так, что это? Крит хаст. Сила атаки, блядь. Рот ебал, блядь. Почему-то мне квест не принялся нам. Подождите, не сдавайте, ребят. Пусть он подойдет и квест возьмет. Не подходите, не подходите к квестеру. Ну, давайте. А что, типа не все лутают эту? Ну, кого? Типа, этот, бывает, что не все, и типа надо одному потом всем подойти и одному сдать. А, подождите тогда, пожалуйста. Квест, кто не взял квест, берите, а другие не подходите. Сейчас, понял, понял. А где вы были, когда квесты брали, блядь? Ну вот именно, что вот раздавали квесты, шалили. Я типа нажал принять, но он каким-то не принялся. Все, все взяли? Сейчас, секунду. Ну я взял уже, но может кто-то еще. Надо подождать, пока все подойдут или ты шо? Да не надо ничего ждать. Все взяли. Если все взяли квест, подходите. Я взял. Подходите с чумой, с собой, вот все. Засчитала? Да, засчитала. Ну, у кого багруха? Здесь на мешок. Да. Пустота. Величество циркон. Так. Че, багруха? А, кому-то плечи выпали еще. Сейчас смотри, я багруху вытащу нахуй. Опа. Так. Короче, две шмотки пока, да? На, нахуй. Желтый камень. Почти багруха. Хуя ты хэлла, ебать, у тебя ноги нахуй больше, чем ты, блядь. Ну хули гоблин. Ебать. Я еще помню, это, у Толкина читал, блядь. Вот гоблины, типа, у них ноги пиздец огромные, но они, сука, бегают пиздец быстро. Так, а это, так в фильме же так же и показали, у них лапы такие здоровые. Это в этом, в Хоббите, да? Ну, не только Хоббит и Властелин колец. Там, там различалась, по-моему, тухня. Блять, я вот не знаю, или оно различается или нет, там они разные были эти. Вот гоблины это было, они под землей хуярили, короче. А орги это немножко другая хуйня. Есть у них родство какое-то или нет, я хуй знает. Ну, по-моему, это разная хуйня. Хотя вроде как гоблины и есть орки, нахуй, ну, по идее. Или это все-таки разные? Гоблины это орки? Ну... Нет, это разные, по-моему. Вообще, там, типа, прикол какой-то. Вообще, два разных слова, но фишка в том, что переводили гоблинов как орков, блядь. Хотя, вроде, это должно быть... Я слышал, что орки появляются, это, типа, это эльфы. Ну, орки... Нет, орки это вообще... Это вы видите. Мир Варкрафта. Это даже... Так Варкрафт, Варкрафт, Варкрафт ногу сосал, нахуй. Не было Варкрафта никакого. Сначала был Толкин, а потом все остальное. Не, это понятно. Нет, я говорю, Варкрафт это вообще как бы, ну, отдельно. Это Толкин ничего не имеет. Так, я имею в виду раз. Он не имеет, но в Варкрафте они свои орки, они по-другому представлены. У них своя история. А там они представлены как в плане того, что их вывел этот Саурон, что ли. Ну, типа... Нет, он вывел Рухаев именно. А орки Рухаев? Не вывелись. А не да, этот? Орки были уже, да. Он Рухаи это что, типа это... Усиленные. Берсерки, короче. Да, усиленные, не просто. А не этот, не Саруман их вывел, блядь. Саруман Рухаев сделал. Ну, Саруман, а Саурон... Дед этот. А Саурон их разводил. Саурон гнал перед ними эту тучу, чтобы эта тень была. Ну, самые топовые орки это Вахи, блядь. Из грибов. Ну, и грибное пыло, блядь. А в Вархаммере откуда орки? Это... Грибы? Это споровые растения, типа. Не как растения, я считаю. Нам типа приходит, что это создание древних, нахуй. Если дака красная, значит дака едет быстро.
Кто, кто там? Это... Кто кого танчит? Заповай. Кто в кукле? Насхон, ты в кукле или на боссе? Я на кукле ни разу не был, я на боссе. Давай, Костя, пожри. Чуть-чуть, как говорится, лужу попей, то есть. Так, Ульдрин готов? Да. Даю отчет, иди пей. Five, сразу. Four, three, two, one. Лужа, отходим. Так. Зеленого бьем. Хорош, красный не появился. Реально с ДПСом все хорошо. Ну 340 с 5 хилами, блин, конечно. Пельменина 2 секунды сейчас вылетит. Отходите. Вот летит Пельменина. Тролл Д, поздравляю тебя. Глыбу нажал, молодец. Милики. Вот. Авилания, поздравляю тебя. Как с меткостью? Ностальгия тоже поздравляю. Нормально, да? Промахи хуярят. А, заебись. ДПС в ноль превращается. Чёрт. Похую, блядь. Захильте шмак. Нравится, когда он говорит так. Кто? Как дела? Ну ты вот. А. Как дела, блядь? ЭВС нахуй. Бромгексин нахуй. Кто вас играть учил нахуй? Что, не видно звезду я на себя поставил, на сову нахуй? Где стоять, чтоб не ловить пельмени? Вставай, блядь. Вот тебе иннер, блядь. Авилания, блядь. По КД смотри с меткостью с уменьшенной нахуй. Ностальгия тоже словилась только что. Нормально он там вообще, блядь? Пельмени налетит, видите? Вот звезда вышла. Все видели? Сбегаемся в сову, в звездочку сбегаемся, отлетаем в одну сторону. Захиливаемся. Все, с профа бить. Блять, проф далеко, нам РДДшникам бежать нам надо. Ну ладно. Пельмени. Пельмени, право-лево отходим. Красный. Никто не словил, нихуя себе. Побольше по боссу. И одновременно красного. Все в красного фулл ДПС. После красного надо будет переводить. Вот эти лужи надо время ему дать допить. И красного одновременно, и босса переводим. Вот эти лужи ему надо, чтобы он допил. Все, давай, успей эту допить. Фулл по боссу хуярим. 1%. 5 секунд. Все, успел, нормально. Идеально. Вот сюда поближе сразу милики двигайте, сейчас босс отсюда начнет биться. Было бы неплохо тебе его вести заранее сюда, ну там есть пельмень, могут словить. Сейчас потеряют милики время немножко. Подходите все, короче, я Гера врубаю. Так, 30 метров от профа, РДДшники. Звездочки примерно стоим. ДПС бомба милики. Святос, Авилания, Бурибай. Заебись, меткие пацаны. Я на меткости перекап. Лужу отходим. Пельмени. Так, пельмени отходим. И хуярим. Choking soon.
Колба. Через колбу кто побежал, нахуй? Вы чё, бичи, что ли? Смотри. На, нахуй. А кто это был, интересно? Взорвали, что ли? Ну, челики возле колб побежали, и взрыв колбы откинул. Я ебу. А, нахуй? Танки-то забили. Вы чё, а чё, не меняетесь? Бичи, блядь. Бичи. Я понял, блядь. Смотри, на восходе 5 стаков вайп. Ты у него забрал или что это было? Это баг какой-то был? Масхон. Что это за диван? Хуйня? Диван кто-то сдал. Холидринг, ты у него забрал босса и чё, почему? Ну и почему? Забрал. Почему? Не знаю. Масхон, почему на тебе 5 стаков? Ретаунтил, наверное. Никто не забирал, я как бы танчил. И все, потом, когда меня забрали, я стоял просто. Короче, чем больше стаков на боссе, и он бьет этого танка, чем больше у танка стаков, тем больше АОЕ приходит по рейду. Куклы нету. Да, от куклы АОЕ там. 15. Да, то есть под четырьмя стаками уже ну нельзя много уходит дамага. Под пяти уже пиздец. Вот то, что вы сейчас видели. Моя ошибка получается, то, что меня не забирали. Я так понял, Холидринг, ты нажимал таунт, да? Я нажал таунт, блядь. Ну, видать, босс бил, продолжал Масхона бить. Может быть, ты ЛПшки нажимал? Да, можно по видео посмотреть, на ком там босс. Переключался ли он, типа, вообще? Или когда он переключился? А, давай сейчас смотришь. Как раз